Всем привет, с вами Жор Круглый. Сегодня приготовим кукурузную муку и кукурузную крупу мелкого помола. У нас есть вот такая крупа, выращена не в поле, а в огороде, без минеральных удобрений и химикатов. Нам еще понадобится, у нас есть вот такой большой миксер. И сито помельче и покрупнее. Вот такой достаточно большой миксер. Насыпаем. Промололи секунд 40, чтобы не превратилась совсем в пыль. Высыпаем теперь на мелкое сито. И просеиваем. Получается вот такая мелкая фракция, практически мука. А что не просеялось, просеиваем уже через сито покрупнее. Ну и вот что у нас получилось. Через мелкое сито, вот через такое, получилась вот такая отличная кукурузная мука. А через сито покрупней, вот с такой ячейкой, получилась вот такая отличная кукурузная крупа. Смотрите наши новые видео. Всем пока!